Друзья, всех приветствую. YouTube начал блокировать мои видео. Уже вот до этого 2 видео и еще 3 видео подряд. Причем, знаете, ничего такого прям сверхъестественного, особенного. Вот прошлое видео я пыталась 3 раза загрузить. Значит, оно о том, что если у вас нету паспорта Российской Федерации или даже загранпаспорта, то вы можете осуществлять платежи в банке при предъявлении оператору водительского удостоверения. Да, вот кто не знал, это работает. И я, собственно, записала ролик, где на видео видно, как я передаю водительское удостоверение в руки, не в руки, а в эту выдвигающуюся коробочку оператору на кассе. Вот, она его забирает, забивает свою программу, и действительно, как бы платеж по водительскому удостоверению проходит. Вот. Ну, YouTube почему-то посчитал, что это, видимо, какая-то нарушительная информация. Вот. Поэтому я оставлю сейчас ссылку на это видео под данным роликом ВКонтакте. То есть, у кого есть ВКонтакт, вы можете зайти посмотреть, и вам это может быть интересно. И буквально сегодня мне тоже один грамотный человек дал такую информацию, чрезвычайно интересную, что он совершает платежи, ну, по крайней мере, совершил платеж, значит, чек банковский, все честь по чести, как положено, просто указав номер телефона, понимаете? То есть документом выступил номер телефона, а номер телефона он привязан всегда в любом случае к документу. То есть, по сути, это получается виртуальный платеж без подтверждения в бумажном виде, да, персональных данных. Вот, то есть данная информация может быть ценной для кого-то из вас. Вот, поэтому попробуйте. То есть вы приходите к оператору и говорите: хочу оплатить, назвав всего только номер телефона. Вот. Такие вот дела. Небольшая такая зарисовочка на тему удаления моих видео.